Чтобы посмотреть на родной край с высоты птичьего полета, не нужно высоко забираться. Можно посетить Архангельский краеведческий музей, где открылось выставочное пространство «Наследие Зосимы Петровича Калашникова». На выставке представлены два отреставрированных макета – Соловецкого и Пертоминского монастырей, а также его картины. Примечательно, что учился рисунку Зосима Калашников у Степана Писахова. Глядя, скажем, на представленные макеты, и если еще немножко познакомиться с биографией автора, да, Зосима Калашникова, можно понять, что это действительно талантливый человек. Не случайно ему было присвоено звание почетного гражданина города Архангельска. Мне понравилась эта выставка, и я бы очень сильно бы хотел побывать в этих Соловках и в этой местности. Там очень все очень красиво, я бы хотел бы там очень сильно побывать. Кто-то пишет книги, а я строю свой Архангельск. Так говорил Зосима Петрович, когда занимался любимым делом. Каждая работа для него была счастливой возможностью запечатлеть уходящую эпоху. Макеты Северного края увлекают зрителей любых возрастов, интересов и профессий.